8 августа где-то в 6-7 часов эшелоны авиации двинулись на территорию Маньчжурии. Настроение было боевое. Наступали мы на горы Хинган. Горы очень высокие. Двигаться было небезопасно. Одна машина встретилась нашему дивизиону, и это была целая история, чтобы миновать ее. Скаты машин буквально на воздухе повисали. А там была огромная пропасть. Форсируя Хинган, двинулись дальше до города Ваньмяо. Встали, приняли на себя радиосвязь. Дивизии ушли далеко вперед, приходилось их искать, где они находятся. 2 августа Япония капитулировала, и на этом, собственно, военные действия наши закончились.